Всем привет! Сегодня будет продолжение тюрьмы Rattlesnake Springs в игре The Escapists 2. Смогу ли я выбраться из нее, ты увидишь прямо сейчас. В прошлой серии я наконец-то освоил свое место работы. За то время, пока я не снимал, я успел скрафтить лопату. Ну и в принципе все. Но сегодня будет успешный день. Так, побежали. Так, все отметились, бежим обратно. Вначале пороюсь в вещах, чтобы достать недостающие вещи. Одежда заключенного для квеста, отлично. Вот это очень плохо. Я даже не успею убежать сейчас. А, он стреляет? Класс. Супер. Шикарно. Просто круто. А, мне показывают на место даже, где лежит мыло. Ну-ка, посмотрим сейчас. Да что ты будешь делать-то, а? Да почему я такой... Так, сделаю еще одну рукоятку. Мимо. Так, отлично. Еще две лопатки плюсом будут. Но вещей все равно не хватает. В принципе, это было несложно, но сложно было почему-то догадаться мне. До того, как все это делать. Получается, я беру отсюда материалы, крафчу из этого обувь. Этот же ботинок перерабатываю в прессе для обуви. Два раза причем, что получилось два ботинка. Эти два ботинка беру и крафчу из них пару ботинок, которые я отношу сюда. Все в принципе. Ничего сложного здесь нет. Чувак замес устроил. Еще и охранника вырубил. Молодец. Так, что я могу купить у пацанов? Лист, ладно, возьмем. Так, здесь мне ничего не нужно. Здесь мне тоже ничего не нужно. И все, да, в принципе. Маловато. В принципе, можно уже немножко покопать. Чтобы хотя бы определиться, в правильном направлении или я движусь, или нет. Так, с лопатой мне в душ точно нельзя. Успею ли я восстановить? Все, ямка есть. Мой день начинается со шмона. Не успею, да? На последних секундах успел. Фу. Вот это работа. Снова 20 минут осталось. Я теперь настоящий сапожник. Я, по-моему, стал забывать, что я хотел выбраться отсюда. Так, у меня получается, сколько времени есть. Я вот не помню, будет сейчас что-нибудь или нет по расписанию.
Вот она шахта. Крутяк. Наконец-то мы отыскали с вами шахту. Надеюсь, теперь дела пойдут быстрее. Стоп, вот это палево. Все, ушел. Хотя бы лист забрал. Ну что, продолжим рыть? Наконец-то я в шахте. Здесь, судя по всему, вещей никаких нет. Почему не может? Вот это фак. Так, дальше рыть, да? Легкая кирка здесь есть. Неплохо. Но почему-то я здесь землю не могу выбросить. Вот это плохо. И в то же время глупо. Судя по всему, осталось совсем чуть-чуть. Ну, где выход? Здесь, что ли? Да ладно, все? На побег у меня ушло 9 дней. В принципе, этого многовато. Но в любом случае, мне удалось сбежать из этой тюрьмы. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующей серии.